Ну закрой только молча. Запись боя. Чем-то мне этот бой понравился, поэтому я его и сохранил. Будем посмотреть сейчас его внимательно. Это блицы на Фредериксе, 6-й левел. Никакие небольшие комментарии с моей стороны. Идем вместе Болеарсом. Какой-то клан 10 или X. Ну, если сохранил, но, наверное, мне он понравился. Поэтому давайте его посмотрим. Не помню этот бой. Боев на самом деле много. Сражений много. Но если сохранил, еще раз говорю. Давайте его посмотрим. Тем более я делаю запись с экрана. Могу комментировать. Силы практически равные. Да, возможно. Ну вот хаски мне не нравятся на Болеарсе, но давайте посмотрим, чем кончится этот бой. Если бой интересный, значит его обработаю в видеоредакторе и залью на свой канал. Или на клановый, посмотрим по ситуации. Противники сближаются. Карта эта не очень хорошая, по крайней мере, мне не особо нравится. Но играбельно, вполне играбельно. Так, сейчас я буду засвечен. Вот, пошел засвет. Мой напарник открывает огонь. И я начинаю стрелять. Пытаюсь маневрировать. За остров уходить не буду. Вправо поворачивал, чтобы ввести в бой кормовые башни. Мой напарник хорошо разминает Измаил. Это я просто решил проверить, включено у них ПМК или нет. Ну что, испанец, лови. Посмотрим, что получится, сколько с него выбьем. Немного. Для этого размера и диаметра снарядов моих немного. Бой обещает быть томным. Измаил не хочет ставить борт. Ну, заработала мою ПМК. А, ну вот, идеальная ситуация. Опс, тоже не очень. Я разворачиваю орудие. Опять же, в попытке вести кормовые башни. Посмотрим сейчас, что сейчас будет. Ой-ой-ой, вот это соблазнительно, соблазнительно. Ай, блядь. Не так стрельнул. Ну ладно. Ну-ка, что у нас тут? Куда тебе, друг, бить? 8000 лучше, чем с Болеарса. Мой напарник еще жив. Отходит, отстреливаясь, ну и портит жизнь Измаилу, который пытается разобраться со мной, но проигрывал до этого момента. Я получил плюху, очень хорошую плюху. Да. Вот, дождались мы циточку. Теперь я ставлю свой борт для Болеарса, но в то же время начинаю заваливать его ПМК. Ну и победа. Неудачный маневр Измаила приводит к тому, что он отправился в порт. Я начинаю захватывать точки. То, что противник спрятался, укрылся за островом. Теперь понятно, это ему не поможет. Мой напарник разворачивается и продолжит, пытается присоединиться к схватке. Ну, как бы это финал уже. Ничего хорошего это не. Опять циточка. Небольшая, но приятная. Клан Хаски. С
этим господином Стеном. Еще циточка уже хорошая. Проигрывает. Ну а мы с моим напарником побеждаем. Да. Да, бой действительно оказался хорошим, интересным. Поэтому выложим его на канал. Что у нас тут? Неплохо. Неплохо. Да, я забрал две лодочки. Ну что ж, отлично, отлично.